бассейне на большой. У меня, как вы обратили внимание, те люди, которые пришли второй раз, обратили внимание, что у меня новая бэк-вокалистка Ксения Антипова. Ксюша, не выходите. Ксения Антипова, восточная Сибирь, город Усть-Илимск. Ты сейчас круче, чем я, поняла? Я хочу, чтобы вы сейчас услышали, она будет петь по-русски, не сейчас. Смотрите, что с глазами. Я первый раз, вам честно скажу, все равно есть волнение какое-то, и, в общем, я вот что хочу, чтобы она сделала. Ей нет, а да. Она сейчас поет на английском языке. Споет ту песню, которую я услышала в ее исполнении первый раз. Но я ее услышала с этой песни, просто за пианино. У нас было с Ксенией по бокалу просека в руке практически. Но дело не в этом, обычная человеческая история. Вот, я услышала, как она поет. Я думаю, что половина людей не понимает английский язык, если сказать 90%. Я вообще там ничего не понимаю. Естественно, вот это спасибо большое. Ты вообще ничего не понимаешь, понимаешь, да? Что вообще делаешь-то? Так вот, сейчас она исполнит. Вы просто услышите голос. Во-первых, в первую очередь, вы еще услышите гениальную цифровую музыку. Ксюш, ты точно уверена, что давай в ноль, а? Ну и в баню. Сила. Ох, я сейчас ляпнула бы. Поняли, что я говорю? А дело не в этом. Нет, нет, нет. Потому что, понимаете, вот сила. Я вчера была 25 тысяч народу было юбилей. Юбилей или это? Английский, я путаю. Ну, как раз там люди, как раз. Ну, английский, без обиды. Так вот, я вчера смотрела, был такой момент, когда я смотрела на самый-самый высокий ряд, и смотрела на женщину, смотрела, и я понимала, вот она пришла вот туда, вот на самый-самый верх, на самый, видимо, плохой билет. Я ей пела. Я ей пела второй куплет. Все думали, что я куда-то в небо звезды, а я ей это пела. Thank you.
А что? А сейчас? Я сидела и думала об этом. Я сидела там в кресле и уже так чика поворачивалась. А сейчас? Потому что Юра сказала. Я думала, сейчас я тоже лицо у Кати увижу. У меня сегодня такой праздничный день. Так у меня все это. Я хочу, чтобы мы сейчас люди, которые пришли первый раз, услышали еще одну девушку. Вот так вот. И сейчас я Екатерина Баранова. Екатерина Баранова, Восточная Сибирь, город Иркутск. Come on.
Город Санкт-Петербург. Аккордеон. Александр Евгеньевич. Гравитация, этим утром ты прав.
то вопрос, кому петь? Самой себе в зеркало? Идиотизм. Поэтому я благодарю взрослых, самодостаточных, понимающих, куда тратить свое время людей. Мне вчера сделали огромный комплимент. Один человек, который говорит, я сижу, говорит, 20-й концерт на твоем концерте, 20-й раз. Говорит, я просто увидела, что у тебя дураков нет. Я говорю, ты знаешь, публика, моя публика, я это уже много раз говорила и повторю, знаете, вы действительно делаете мне комплимент, я вам сейчас скажу, какой. Я не пытаюсь сейчас, я люблю вас. Люблю вас, надо говорить, своему мужу, своим детям. Люблю — это очень сильное слово. Я благодарна безмерно вам, потому что... Ну, что поделаешь? О, я знаю, чем я закончу. Сейчас, никуда не уходите. Вот, пожалуйста, из всего, даже плохого, ну, то есть, как бы, выключать телефон, конечно, было бы хорошо, но я только, знаете, за что? Чтобы телефоны работали, потому что у многих и дети, и взрослые люди дома. И бывают такие моменты, когда телефон не надо отключать, потому что человек... Да-да-да. Так я же говорю, одно, теперь смотрите, подождите, дело в том, что все плохое, каждое плохое, надо переворачивать в хорошее. Вот не было бы телефона, не было бы этой песни. Вам еще про основание. Я тебя умоляю, подскажи, Таня, иначе все, хана. Это позор. Песня не моя, потому что будет. Я благодарна вам, потому что вы мои зрители, и вы приходите, говорю, тратите свою... Я уже много раз говорю, да, вы тратите деньги на билеты. И вы тратите свое время, приходя, у вас есть чем заняться дома. Но вы ходите к 37-летней женщине и к 17 парням на концерт. Я вам очень благодарна, потому что вы составляющие нашего счастья. Потому что мы артисты, и тут практически каждый человек находится на этой сцене, который, по-моему, уже давно для себя решил, неважно, сколько ему за это платят, он все равно будет это делать. А это единственное. Советской эстраде, и сейчас я, если бы не ваш телефон, не было бы этой песни. В твоей судьбе.